Сирию из Турции проникли более 5000 боевиков, и это только за последние два месяца. Об этом сирийский президент Башар Асад заявил в интервью кубинским журналистам. По словам Асада, на стороне террористов воюют экстремисты из 100 стран. Тем временем российские военнослужащие доставили почти 2 тонны гуманитарной помощи в населенные пункты сирийской провинции Аль-Махра. Груз получит около 7500 человек. Помимо доставки необходимых продуктов, российские военные медики оказали помощь всем обратившимся. Было принято решение оказания гуманитарной помощи. Центр примирения выдал продукты, выдаем населению. Это 1,5 тонны основные продукты питания. Консервы рыбные и мясные, крупы, сахар.